Вас приветствует Алена Ариес. И в начале, как всегда, секретная карта. Поэтому загадывайте желание или задавайте свой вопрос. Итак, секретная карта. И теперь я вам рассказываю, девочки, очень срочно. Нежданные вести. Какие нежданные вести вас ждут в ближайшее время? Ой, девочки, а вести-то от мужчины. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Это мужчина, который ровесник или постарше вас. Может быть седой, может быть лысый. Читаю ваши комментарии и говорю, страстная встреча. По крайней мере, он точно со страстью, желанием встретиться. Вот, даже если вы узнали в этом мужчине мужчину, с которым у вас роман на расстоянии, значит, он скоро приедет. Еще мужчина, еще радостные вести, но это мужчина такой, знаете, рост выше среднего, такой крупный, скорее всего, при должности, ну или вообще, знаете, такие мужчины очень властные. Вот, в общем, такой мужчина, цвет волос скорее темный, темный шатен. Вот, и глаза тоже достаточно темные. Вот, может быть, кстати, мужчина, с которым вы в паре, в браке. В общем-то, и тот, и другой. В общем, в любом случае, мужчин двое. Если у вас были ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, то, скорее всего, мужчина действительно неожиданно появится, будут действительно нежданные вести. Что касается второго мужчины, вот этого сильного властного, это может быть еще и ваш начальник, и от него могут быть неожиданные, или работник банка, кстати, могут быть неожиданные вести, связанные с финансами, с деньгами. Вот. Также, да, это может еще и быть мужчина, с которым вы в паре, в браке сообщит, к примеру, что там он много заработал. Вот. Может быть, кем еще? Покупателем, например, если вы продаете недвижимость. Может быть, меньше, конечно, процент вероятности, но все же. Может быть, риэлтором, да, который наконец-то найдет покупателей на вашу недвижимость или найдет недвижимость, которую вы захотите приобрести. Вот. Ну, еще буквально три карты. Несмотря на то, что вас это удивит, да, удивит появление вот этого именно мужчины, который первый был, да, вот это вас очень сильно, тут прям реально нежданные вести, очень радостные, счастливые для вас. И хочу сказать, что с одной стороны, да, у вас есть чувства к этому мужчине, а с другой стороны, конечно, большие раздумья. Это тот мужчина, с которым вы какое-то время расстались. Но, знаете, я не могу его прям бывшим назвать, да, то есть вряд ли это мужчина, с которым у вас были длительные отношения или брак. Скорее всего, была симпатия, были, может быть, чувства, был интерес друг к другу, но отношений либо не было, либо это был какой-то короткий роман, и вот мужчина неожиданно появится. Может быть, мужчина, с которым была переписка, а потом переписка почему-то прервалась. А вот. Ну, а вот второй мужчина, это либо действительно близкий вам мужчина, вот, либо начальник, либо может быть партнер по бизнесу, да, или, ну, я, собственно, рассказала, кем он еще может быть, вот от него идут именно крупные деньги. Вот такие нежданные вести. Ну и теперь смотрим секретную карту, вспоминайте свой вопрос или желание, которое загадывали в начале. И для того, чтобы ваше желание исполнилось или решился ваш вопрос, который вы задавали, вам нужно собрать какую-то дополнительную информацию. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И приходите ко мне в Telegram-канал, именно в мессенджере, в Телеграме, где я провожу прямые трансляции. Присоединяйтесь к моей группе. А с вами была Алена Ариес. Всего наилучшего. До новых встреч.